о любви, но совершенно разные по содержанию и настроению. Первое – лирический дуэт между Эмилием и Эмилией. Кто помните, эти замечательные роли исполняют два замечательных актера. Она – это Катерина Васильева, он – это Юрий Соломин. Их озвучивают профессиональные певцы, а изображают этих персонажей они. И они между собой поют вот такую песню, вот такой дуэт. Ах, сударыня, вы верно согласитесь, что погода хороша, как никогда. Вот что, сударь, я скажу, я и правда нахожу, что погода не такая, как всегда. Ля-ля-ля-ля-ля-ля, ах, сударыня, скажите, отчего же этот вечер удивительный такой? Право, сударь, может быть, это трудно объяснить, но, наверное, потому что вы со мной. Ля-ля-ля-ля-ля-ля, ах, сударыня, когда мы с вами вместе, все цветочки расцветают на лугу. Я скажу вам, сударь мой, мне бы надо домой, но цветочки я обидеть не могу. Как прекрасно и забавно, что я очень нравлюсь вам. Ну, а вы мне и подавно, вот и славно. Трам-пам-пам.